Сегодня день воспоминания Христовых страданий, друзья. Как умер Иисус в оправдание тебя и меня, нас любя. Давайте прочувствуем сердцем и всею своей душой, какою великою жертвой за нас Иисус стал с тобой. Давайте услышим сквозь годы ужаснейший стук молотка и гвозди в руках, кровь и воду, стекающие со креста. И вложим персты в его раны, что нас исцелят навсегда. Пронзенные руки нам даны, нам дать часть святого плода. Пусть каждая крошечка хлеба поверхнет сердца наши в прах. Вкусив, нам откроется небо в родных лучезарных мирах. Пусть каждый глоток виноградный напомнит о ранах Христа, взыграет в сердцах дух отрадный, и Бога прославят уста. Пускай же Святой Дух Голгофы для Бога на труд вдохновит, чтоб мы на пути не иссохли, Голгофа нас дух оживит. Давайте прославим сердечно Иисуса за дивную в Нем благодать. Мы будем через смерть Его вечно в небесной стране обитать. Аминь.